Вот он. Хороший. Хороший. Боится. Пойдем. Иди знакомиться с семьей. Пойдем знакомиться. Он еще не умеет на поводке ходить. Боится еще. Ты грозная девочка моя. Грозная красивая девочка. Да. Маленький красивый ребенок. Солнышко мое. Красивая девочка. Да. Ничего, подрастешь. Да, подрастешь. И найдем тебе хорошую семью. Да, да, да. Красивые фото они сами сделают. Брат Гриши, наш еще один из семьи, из помета, приехал домой. Будут звать его Сеня. Сенька, ну чего ты, давай. Гриша уже дома там бегает вовсю. Давай. Покался, писался. Да, ну все.
сидеть не маленький, хороший, добрая собака, ласковая. Ой, ну скажи, Паша, прекрасный. Ну, гость. Да. Очень хорошая. Она мне сразу понравилась еще походка. Не, ну флет, ну очень хороший собак. Мне просто очень страшно. Для порядка. Так, а имя-то вы придумали? Мы придумали ей имя. Какое? Уна. Уна. Да. Будешь Уной. Хвостика машет. Приехала Уна домой. Вот подружка, это Дарси. Да. Это Дарси. Подружка это Дарсенька. Да. Да, отлично. Вот. Ну что? Ну куда давай, мы ее? Несем ну, туда, Андрюш. Ну давай, да. Вероника, посуетись, это местечко, да? Местечко. Дарсина. В шкафе, в шкафу внизу. Я мы ее организуем. Ну все. Андрей, тапочки, дайте ну, тапочки. Давай. Выходи. Выходи, малыш. Выходи. Давайте тапочки оденьте. Да ладно. Ну-ну-ну. А как вы думаете, хрустяшками не купить? Попробуйте, кто его знает, как принеси, она. Принеси, пожалуйста, хрустяшки. Ладно, тебя там никто не трогает, тебе будет тетя Юля. Ничего. Ну, моя ладно. Ах ты моя девочка. Ах ты моя радость. Вот посмотрите. Все, хвостом уже машет во все. Так, где хрустяшки? Быстренько. Ha 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 ha!